Здравствуй, Василиса! Мы снова отправляемся в путешествие в средневековый замок, вход в который разрешен только кому? Принцессу. Давай быстро становись принцессой. Иначе меня дракон Муфу прогонит. Как ты думаешь, в замке было освещение, электричество, лампочки? Нет, потому что еще было совсем древнее. Еще да. Не было никаких ламп. А как они освещали помещение? Свечками. Свечками? А еще чем? Факелами. Факелами. Факелы были даже на замках прикреплены, они как светили ночью. Да, тебе нужен факел. У тебя есть деньги? Нет. Ну, я один раз нашла 10 на улице, папе отдала, решила пожертвовать. Первое задание, тебе нужно раскопать этот брусочек и... Я догадываюсь. Давай. Деньги. Деньги. Есть, деньги, чтобы купить факел. Да, у меня в кассе есть деньги еще. Угу. А это нужно... Да, солнышко. Деньги спрятаны в этом брусочке. Тебе нужно его раскопать. Расколол. О! Это настоящие деньги? Настоящие. Это травматасма. Ударить тебе можно нечаянно. По пальчику? Да. У меня такого часто было. И ранки от этого потом. Ворон меня впустит туда, в замок? Ворон впустит тебя, да. Он охраняет? Или? Он поможет нам отправиться в мир средневековья. Ой. Ударилась? Да. Угу. Копала? Угу. Молодец. Ты должна мне заплатить деньги, которые с таким трудом добыла, расковыряла такой брусок сложный, и покупаешь факел. Он тебе осветит путь. Осторожно, не обжечься. Да, в замок. Здесь ты должна остановиться. Здесь тебя ждет следующее задание. Тебя здесь встречает ворон, по следам которого мы отправляемся в средневековье снова. И от него тебе задание. Тебе нужно построить песчаный замок. У тебя получился прекрасный замок, а теперь посели туда жить ворона. Как? Поставить его? Да. Классно. Молодец. А теперь мы отправляемся в мир средневековья. Ура! Ты рада? Посмотри, что у нас здесь за книжки такие. Тинка и Тимка в гостях у варваров. Тинка и Тимка перенеслись в 5 век нашей эры на территорию Римской империи. Но теперь на развалинах римских городов живут варвары, то есть чужеземцы. Они захватывают города и деревни. Тимка и Тинка при дворе Карла Великого. Свое прозвище Великий, король Карл, правящий
с 768 по 814 года получил неспроста. Он главенствует во французском королевстве, крупнейшем из варварских королевств в Европе. Карл Великий возглавляет 53 военных похода, в которых почти не знает поражения. Смотри, вот у них факелы. Да. У меня тоже есть факел, вот он. Да. Хочешь принести его? Обожглась. Пусть у нас тоже будет замуж. Люблю рыцаря, который будет служить при дворе. Карла Великого, да? Молодец. Будет служить, не жалеть. С принцем тоже, с принцесской тоже. У тебя очень здорово получилось, малышка. Ты молодец. Очень круто. Меч. Да, молодец. В дворе Карла Великого много разных перов. И Василиса украшает кубок, который мы делали в прошлый раз. Она его красила, мы склеивали. Он высох, и мы его да. делаем. И она его теперь украшает драгоценными камнями. Красота, Василисочка. Прекрасный кубок. То есть не по ступенькам ему нельзя, да? Да, только по ступенькам. В черном домике небезопасно. Скорее беги в белый замок и постарайся избежать встреч с медведем. Черный ворон тебе подсказывает. Угу. Наш черный ворон. И этот. Да. Это очень видно, что церковь. Угу. Тимка и Тинка в замке феодала. Я делаю замок феодала. Принцесса там есть. Угу. А где? А где? А где? Вообще? Угу. Просто там я отклеила, было 50... Что, правильно, 52? А, да, это вот это 50. 52, верно. И последнее тебе осталось. Ух, тихо. Нашла, да? Тимку не нашла. Вот он, Тимка. Сидит там, смотрит турнир. Мама. Я думаю. Думай, думай. Придумывает герб свой. Герб девочки. Сейчас я тебе красочки достану и водичку налью. Чуть подвину тебе поближе. Угу. Я раскрашиваю свой герб. Молодец. Только по определенным правилам. Угу. Рисуется герб по хотению рыцаря. Классный у тебя щит, Василиса. С таким щитом можно каждого любовь победить. Да. Да я сниму, как ты там, как ты его разрисовала. Красиво очень, малышка. Эйза! Это на самом деле они богатые, да? Не знаю, думали, что обманываю, да. На рыночной площади. Средневековые механики. Часы на башне этого средневекового города, городка остановились. Помоги мастеру Катберту дойти до них и отремонтировать. Избегай людей на улицах, они могут задержать его. То есть можно
И вот так вот и по ступенькам, да? Да, только где людей нету, ты не ходишь. Да. Вот это вот Кадберт, а вон там часы на башне. Так, а где карандаш? У меня 10 три. Я туда стаканчик поставила. А потом я буду танцевать под эту музыку. Да, хорошо, как на карнавале, да? У нас ненадолго занимашки завершаться, и будет карнавал. Да. Сейчас там карнавального короля нужно, да, сделать? Это у нас будет Мишка, карнавальный король. Мы ему корону делаем. Карнавальный король у нас. Карнавал. Там, где ты. Угу. Четыре. Раз, два, три, четыре. Тебе повезло. Угу. Значит, три шага назад. Да, по правилам. Шесть, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не обгонишь. На карнавалах играли в азартные игры. Раз, два. Мы с тобой поэтому в игру поиграем тоже. Не-не-не, в длину, Василечка. Вот что-то вот так, ага. Сэр Марк должен отправиться в сумрачный замок. Помоги провести его до замка, не попав в беду, ведь дорога очень опасная. Так, вот сэр Марк. Тут вот замок принцессы. Да, ему нужно сюда. Здесь вот горы дракона. А вот. Заколдованные фрукты какие-то. Горы гигантов. Вот вход в замок здесь. Давай. Опасненько. И рыцари. Это карта. Да, это мы читали с тобой. Почему короли носили корону? Зачем замок окружали рвом? Помнишь, мы с тобой читали? Зачем? Чтобы... Враги не приходили, а так у них был тут мост, чтобы можно было перейти. Да. Колокольни строили как отдельно от храма, так и на его крыше. Внутри колокольни размещали колокола. Их звон разносился на большие расстояния. Его узнавали люди, им гордились служители храма и прихожане. Кто носил колокольчики на голове? Помнишь, мы с тобой читали? Угу, принцесса. Да, дамы. Кто ходил на платформе? Помнишь, мы по искусству с тобой проходили? Обувь эту. Ты лепила. Да, помню. А, это на улицах было так грязно, что знатные дамы ходили по городу в туфлях на очень высокой подошве. Служанке приходилось поддерживать госпожу, чтобы та не упала. Чтобы ботинки с длинными острыми носами не мешали ходить, их загибали вверх и привязывали к чулкам. 600 лет назад это было последним писком моды. Это он упал, запутался в своих носках. Французские рыцари срезали носки своих остроносых ботинок, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Да. Согласно английским легендам, Робин Гуд жил в Шервудском лесу, недалеко от города Ноттингема. Он и его товарищи были разбойниками, но разбойниками благородными. Они грабили только богатых, а их деньги раздавали беднякам. Так, и в завершении нашего занятия мы собираем... Ой, воняло. Замок волшебный. Вот такой вот. Василисочка достает детальки. Сейчас их будем складывать. Вот здесь такие вот листы. Много-много с подписанными детальками.
Ну, листов немного, деталек много. Это Василиса их достает сейчас. И будем сворачивать по инструкции. Собирается все без клея и ножниц. Складывать. Да, складывать. Мы уже собирали такой замок, только другой из этой серии. Единорогом. Да, да. Может, видели, да? Да. И, вот. Угу. И тут тоже. Да, да. Скипа. Да, все верно. Вот такой вот у нас получился замок. Всем хороших занимашек и пока-пока! Пока!